Всем привет, с вами я, Вадим Сена, и у нас сегодня как бы, неплохое событие. В Стиме появилась пока что демо-версия Resident Evil 2, и нам ее дают попробовать. Демо-версия на полчаса, так что игра будет длиться полчаса, и мы попробуем. Я никогда в нее ни в первую часть, ни в другую-либо с этих игр не играл, и возможно она мне не понравится, но если она мне понравится, я буду ее проходить. Если не понравится, то я ее не буду проходить, но хочу вам ее показать. Всех всем хочу напомнить, пишите комментарии, подсказки, идеи, все, что связано с этой игрой Resident Evil 2. И помните, меня зовут Вадим Сена. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Всех с Новым годом! Поехали! Полная версия игры может отличаться от этой демо-версии. Вы сможете играть в пробную демо-версию один раз и не более 30 минут. В демо-версии можно играть только при наличии подключения к интернету. Ну, это да. Я подключился. Для Леона С. Кеннеди это должна была быть лишь короткая остановка на заправке сразу за городом. Именно тогда молодого полицейского окружили волны зомби. Вместе с новой знакомой Клэр Редфилд Леону удалось добраться до Ракуинс, и судьба тут же разделила их. Пробираясь по улицам города, Леон смог добраться до полицейского участка. Но так ли там безопасно? Управление, честно говоря, я не смотрел. Конечно, это моя ошибка, но все же попробуем. Смотритесь вокруг. Идти. Ну, я понял. Тут у нас дверь. Смотритесь. Бег. Hello? Is anybody here? Step out. Патрон для пистолета 16 штук. Патрон для пистолета 9 мм, Парабеллум, самый распространенный тип патронов, обладает малым разбросом и умеренной отдачей. Шпейс подтвердить. Берем, пригодится. Снаряжение. Не только как ваше текущее местоположение, здесь также можно найти все ключевые места и найденные, но не поднятые предметы. Space. Кенди от лица полицейского управления Ракун Сити. Поздравляю вас с окончанием обучения. Ваши высокие оценки заслужат похвалы, и мы рады видеть вас в рядах наших сотрудников. Ну не можешь взять RPD. Что там у нас? Крутак ему. Посмотрите М на карту. Вообще-то машинка, восточный офис. Помните смотрителя. Завершён, идёт сам поиск.
Тщетная комната допросов, наблюдения. Нужно достать. Тут нету ничего такого. Типа камера хранения, что ли? Больше тут ничего нету, серьезно? Матильда, ну это Матильда. Изучить. Матильда зарядный пистолет с полимерным корпусом калибра 9 мм обладает рядом недостатков, поэтому не был запущен массовое производство. Приблизить это лиц просит назад вращать. Прикольно. Ну, такой себе пистолет себе. Не знаю, что тут должно быть. Так а что здесь? Ничего не понятно, конечно. Тут нет больше ничего. Прошло 5 минут игры. Житейски. Нету что ли одинаковых? Нет, закрыто. Пригодятся. Куда нам еще? Мы сейчас тут пока все это изучим, там, блин. Там еще дверь была. Давай тут проверим.
Тут у нас ни ключа, ничего. Дальше только туда, я понял. И все. Ты уверен, что нам сюда? Я точно не хочу сюда лезть. Нет. Нет. Только не это. О май гад. Что ж. Ого. Тут конкретно у тебя. Ага. Тут надо еще один этот. Я понял. Найти. Сейчас начнется. Лечебный спрей. Да. Чего себе? Как ты его вытащишь? Ни ключа, ничего нет. Что надо? Пожалуйста, помогите мне!
Приплыли. Блокнот офицера. Пум-пум-пум. Это паркинг. Ага. Элеватор через потом по лестнице в паркинг и wait out. Good status. Да уж. Куда ты давай сюда? Шлёпс. Это кто? Да уж. Ну как быть. Да не все дело в том, что. Well, I was supposed to start last week and I got both to stay away. I should have come here sooner. Hey, Lieutenant. Ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer's been in the hell. He brought his sick ass to the night. Sure. I can get you a hospital. No, I am not. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, Wilton. You save yourself first. I come with you. I just need you.
Stop. Чё, дубинка? Я думал, одного патрона будет достаточно, оказывается, нет. Выверьте на экране снаряжение ножца. Временем изнашивается и ломается, когда спуска опустит шкала прочности. Взять на изготовку Space ударить. Можно применять для контратаки Space, если враг у вас схватил, но вернуть оружие можно будет только после победы. Найдите 3 медальона. Хорошая задача. Где его их искать? Не. Миски нож стандартного образца, идеален для ближнего боя. Тут все закрыто, патронов больше нет. А, теперь понял. 3 патрона осталось. Уже 20 минут я сыграл и... О, патронами не надо. Больше нету, я еще хочу. Да уж. Ох, ничего себе. Ничего так себе. Это каким он образом там помис? Чали. Ты бы патрон давали мне, что ли, за вот эту вот штукенцию?
Open locked key card. Понятно. Хорошо. Больше ничего такого нету тут. Отчет о событиях. 25 сентября переоборудуем участок во временное убежище ввиду неожиданной крупной эпидемии. Сотрудникам полиции было поручено бросить все силы на обеспечение безопасности гражданских лиц во время и после их эвакуации в участке. Дополнение. В результате ночного нападения одного из беженцев один офицер погиб, а еще трое получили ранения. Нападающий был быстро обезврежен. Пока что мы полагаем, что вспышка насилия обусловлена ничем иным, как чрезмерный стресс. 26 сентября сегодня на участок напала толпа, из-за чего пострадал несколько человек. Выжившие сумели укрыться за аварийное ограждение, но мы в осаде. Выбраться отсюда будет не проблематично. Нам также пока не удалось починить оборудование связи, поэтому мы все еще отрезаны от остального мира. 27 сентября где-то в час дня в западной части участка произошла очередная стычка. 12 человек погибло и выживших осталось совсем мало. Все катится к черту. Дэвид Форд. Карта первого этажа полицейского участка. Командный пункт. Ты там, там и там побывал. Там заперто, там эту дверь. Я не помню запасной выход. Я так и... Завалил. Скоро финиш. Нет патронов. Там кто-то ломится. Очередная протяга. Записка о пульте в кладовой. Похоже, что на клавиатуре пульта шкафчика отсутствует несколько клавиш. Предлагаю тому, кто устроил этот бардак, поскорее найти запасные клавиши и починить пульт. Не знаю, кто тут ублюдок, кто еще мог так обосраться. Ню-ню. Две кнопки. Понял это тебе. W870. Великолепно. Четыре штуки, правда. Как там, правда?
Я думал, это тут. Я понял, так. 102-й. Получится у нас 102-й. Да, 102-й получится. Нет, 102, 103 нет, 106. Застряли. Все, 30 минут. Благодарим за игру. 30 минут мы... Что ж, всем спасибо. С вами был Вадим Сеном. И играем Resident Evil 2. Время 30 минут. Демо-версии закончились. Пройдите основную часть сюжетной кампании в полной версии игры. Что ж, спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. До скорого. Всем удачи. Всем пока. Узнайте больше. Я хочу понять, что это она выпустила вирус Umbrella на свободу. Это вы увидите в Resident Evil 2, а еще это танки за 3D Альфа. Черт, я думал, вас всех завалили. Прикольно. Скажи и приобрести полную версию. Нет, пока не надо. Что ж, с вами был Вадим Сена, игра Resident Evil. Кому понравилась игра? Ну, графика мне понравилась, суть, идея, но я не знаю, я пока еще подумаю. И вы пока что тоже думайте, кому очень понравилось, то ссылка в описании на эту игру будет. Смотрите ниже под видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, что вы думаете об игре, понравилась она вам или нет, и стоит она для прохождения. Пишите. До скорого, всем удачи, всем пока, с вами был Вадим Сена.